Дипломатические схемы. В Киеве судят Максима Нелина, бывшего сотрудника генконсульства Украины в Италии, которого обвиняют в мошенничестве. Он выбил у государства деньги на лечение онкобольного украинца в итальянской клинике, а это 233 тысячи евро, и использовал поддельные документы, поскольку пациент в то время уже лечился за счет итальянской стороны. Позднее Нелина арестовала полиция Италии и депортировала. Печерский райсуд постановил заключить его под стражу. В МИДе Украины инцидент пока не комментируют.